постарался представить и этюды, и натурные работы, потому что... Конечно, они такие больше связаны с каким-то с молодостью, там, с какими-то гулянками, с молодыми людьми. Там. Вот, а здесь, я помню, в этой работе, когда я писал, привлекло именно ночное состояние, небо красное такое, совершенно такое нереальное, как бы это. Поэтому ну, как, от этого какое-то ощущение, даже некоторой сказочности. Что такое? Это утро. Утро в Валете. Правда, ее смертно, ее очень сложно. Тут стекло вообще бесполезно. Тут фонари отражаются. Вот так валет. Шикарно. На эту удачных вещей. Максимально обложено можно вспомнить. Как раз его места только. Обычно туристов возят с той стороны, да, там, с моря, как бы, а гора та же самая абсолютно. Да, с моря. На стекле. Дальше снимался. Какие-то вещи, вот, ну, элементы, что-то связано с охотой, я видела тогда, да, был вот итоги на выставке. Да, да, да. А эта работа, ну, такая, ну, не знаю, ключевая, можно сказать. Просто работу написал, писал заранее, зная, что будет увеличиваться работа. Угу. Вот, и она очень декоративная. И получилось, что ее использовали несколько раз в целях рекламы. Там ресторан себе купил изображение. Да, кстати, я их понимаю. Нет, ну это просто как бы не поймет. Ну просто баннер, да? Да, значит, это ресторан находится рядом, в гостинице «Золотое кольцо», тут вот Ярбат. И вот они себе взяли баннер вот как логотип, и еще у них на... Как на меню тоже везде вот этот вот логотип используется. А тут мешается. Просто дочка поразила, с одной стороны, какой-то спокойностью, с другой стороны, ловкостью. Все она двумя руками брала, подходила к бабочкам, как цветочек. Просто берет вот так две бабочки одновременно и снимает. И они не летают. Причем прибежал мальчик, который был старше. Начал дико злиться, потому что он делает все то же самое, а бабочки летают. Ну так, знаете, как бы в этом есть какая-то аллегория, да. Когда охота, охотница. Больше стенки ставил себе задачу по цветопередаче, но уже тут копаться. Какую-то драгоценность надо достигнуть. Ну, не знаю, мне вот кажется. Мне кажется, получилось. Сказал герой фильма «Старики разбойники» лично. Я больше люблю импрессионистов. Вообще, если вспомнить самую историю, да, импрессионисты, в историю они вошли, собственно, критик дал название импрессионистов. Хотим передавать от увиденного впечатления. Соответственно, французские впечатления – это импрессионные. Таким образом, этот критик потом так их назвал в своей заметке. Да, обозвал их импрессионистами, да, еще импрессионисты, да, и в результате это прижилось. То есть это в обществе имело резонанс. Да. Так. Так вот, он тоже прикался к этому импрессионисту. Нашел,
не говорят, что исследование тоже темное исследование. Может, тут еще тени посередине? Тут сошел. Не, ну у меня есть отдельно отснятые все картины. Вот, и там он построил Тони теннисный корт, я там что-то сделал, 8 спальни. Ну прям, знаете, и заходишь на сайт, и там все эти спальни, фотографии, и то есть они... Когда Лариса Семенов спустится и тебя сюда проводят, что это сложная система карточная. Ну ты там входи, там охранник стоит, только сама не поднимайся, потому что там ты взял. А как вас зовут? Я просто не Ирина. Ирина, да? Вы чем занимаетесь? Я занимаюсь тем, что пишу о живописи, о выставках, ну и в принципе веб-журналист. Ага. То есть, то есть на разные темы. Ага, и арт-критик тоже, ну в том числе, можно, да? Сказать, угу. Да? Как искусствовед, понятно. Просто расскажите, чем вам нравится, если нравится, конечно, Семенова искусство. Да, мне нравится живопись Семена. Я уже, ну, честно говоря, не часто бываю на его выставках. Вот вторая выставка его персональная, на которой я побывала. Первая была вот в «Известиях» у Ирины Толпиной. И сейчас я вижу, что вот у Семена появились много новых работ. Что мне нравится, кроме его потрясающего мастерства, конечно, это то, что Семен всегда как бы исследует историю объекта, который он изображает. То есть ему очень интересно знать, что происходило, ну, если это какой-то, скажем, интерьер или какой-то дом, строение, ну, даже, собственно, это может быть и роща какая-то интересная, там много путешествует и всегда интересуется историей своих, да, так сказать, своих объектов. Да, и... Это вы и про историческую его живопись, и про пейзажи, да? Ну, в общем, да, да. Вот. Ну... Особенность есть у него какая-нибудь? Можете ее так в двух словах? Если есть. Слушайте, прям так сложно. Ну, по сравнению с другими, например. Ну, наверное, это изображение, стремление к точному изображению предмета. Предмет изображения, собственно. Вот. И в то же время привнесение в него, так сказать, в это изображение своего взгляда. Ну, собственно говоря, это пытаются сделать все художники, но я считаю, что Семену это очень хорошо получается. Вот. И мы видим, так сказать, настроение в этих работах, и в то же время мы видим этот предмет, этот пейзаж, такой, какой он есть, и видим отношение художника к нему, и его настроение. А вот эмоционально что больше всего нравится, пейзажи или? Пожалуй, мне эмоционально нравятся пейзажи, ну и если это можно отнести к объектам или к пейзажам, это здания какие-то там, может быть, старинные какие-то вот, или даже современные, но чаще старинные. То есть вы, Семен, считаете художником-реалистом все-таки, да, или импрессионистом? Все-таки больше реалистом. А вот импрессионистическое вот это начало, как оно? Импрессионистическое начало, мне в нем как раз больше очень нравится. И мне даже хотелось бы больше видеть таких работ. Ага, то есть вот таких по размашистей, по да. Таких поживее, по... Ага, ага, согласен. Мне кажется, что у него это хорошо очень получается, да. И это интересно было, побольше таких работ у него видеть. Да, потому что когда немножко, на мой взгляд, вы вместе с ним учились в этом, нет, в Москве? Вот, нет. Понял. Честно вот. Говоря, мы с ним не очень сильно знакомы. Ну, это как раз хорошо, потому что объективный взгляд, да, без примесей, субъективных отношений.
Да, вот когда он начинает совсем там заморачиваться над кусочечками, это так. Ну да, ну я вот тут пошутила, как вот старики разбойники лично, я больше, лично мне больше нравятся импрессионисты, там, вот, Герой Никулин говорит, на самом деле, как бы, мне тоже они больше нравятся, ну, как бы не только они, а все, что, как говорится, уже является производным от них. Mm-hmm. Вот. И мне кажется, что у Семена это очень хорошо получалось. Вот. Ну, да. Смелее подходил. Ну, вот. Но, как говорится, mm-hmm. все равно, так сказать, мастерство это бросается в глаза и его любых работах, и настроение тоже. Хорошо, отлично, спасибо. Ну.
собрание. Все снял. Видео. И че? Такой чистовой, естественно, не утвердил качество. Таких типа сейчас я ему скажу что-то, он все сделает, и мы весь фильм им покажем, нифига. Смотрю, это не проблема, что же, не посмотреть-то. А вообще, конечно, даю... Но, понимаешь, у меня-то еще хуже ситуация, что мне не только торопить надо, а еще и смотреть за качеством. Если качество неудовлетворимое, мне, я его как бы говорю, типа, переделывай. Вот так и переделываем уже сколько. Конечно, история. Давай. Давай. Thank you.
И это тоже? Нет, вот там. Там, где у меня все висит, там все. А, там в рубане.
Да, конечно, вот все-таки мы дешевле говорим. А какой цвет вообще не понравился? Thank you.